Всем доброе утро. Ну, у кого доброе, у кого не очень. Сегодняшнее утро у меня началось с того, что у меня уже на сегодняшний день трое с температурой. Я просто в шоке. Я хочу себе витамин С навести. Положила, тут немножко вода была, она начала сразу идти шипеть. Сейчас кипятком залью. Я всегда кипятком заливаю. Егор у меня уже съездил с утра в школу. Пока выключу. В школу съездил. У них подготовка была по математике. Маша у меня уехала в школу. Она поехала сначала в свою школу, а потом они пешком идут в первую школу на награждение. Там будет их за поделку. Потом, помните, на канале влог отдельный, кто есть, тот знает, что мы делали тигренка, символ года, и Маша уносила на выставку, и поэтому на награждение сейчас поехал. Там глава города будет им вручать грамоты, да что, там родители не пускают, никого не пускают, только персонал школы и с администрации там, короче. Вот. В том году у меня Катя ходила, она сдавала поделку символа года, а нынче у меня Маша тоже сдала символа года. Ну, Оксана уносила снежинку, Оксану не пригласили. На следующий год Оксана будет символ года делать, а, Оксана? А кто у нас, кстати, напишите, какой у нас следующий. Не вот 2022, а 2023. Напишите, кто у нас там следующий по гороскопу. Сейчас у нас Тигр, а потом следующий кто будет идти? Я не помню. Ладно, сейчас буду делать шипучку себе эту, витамин С, разведу, выпью. Я такой вот день. Когда мой год, ну, мой день, это день, ой, обезьяны. Обезьяна? Ты, ну, ты похожа. Да, год обезьяны. Похожа. Такая же прыгучая, как обезьяна. Ладно, всем хорошего дня, хорошего настроения, берегите себя и свое здоровье. Ребят, всем добрый день. Еще раз 23 градуса. Короче говоря, мы со Светиком едем в город. Я заказывала там мясо. Мне еще должны мясо оставить. Плюс муж попросил легкие. Он легкие обожает есть. И он только в основном их всегда ест. Мы убрали, но уже почти вот сейчас он приготовит и не будет. Там птичка, смотри, смотри. Там птичка была. Короче говоря, он еще попросил легкое ему купить. Итак, овощи кое-какие надо еще прикупить. Так что поехали в город мы со Светой. Дорогие друзья, мы со Светой приехали с города. Съездили в город. За мясом специально поехали, потому что я просила, чтобы мне оставили косточки. И вот съездили, забирали. Также Свете надо было атлас. Я ей покупала атлас. Я не знаю, где она его посеяла. Пришлось снова покупать. Держи. Сзади. И у нас 5-метровая гирлянда была. Нынче пытались включить, но она все сгорела. Аня работает, поэтому мы взяли вот такую вот шторку на окна. Гирлянда, короче. Сейчас потом сделаем, покажем. Дальше. Я уже говорила, у меня муж любит легкие, поэтому взяли пакетик легких. И вот ради чего мы ездили. Мясо, косточки, короче говоря, вот такой вот суповые наборы, кости всякие такие, тут полпакета. Дальше заходили в магазин, я вам говорила, что я возьму этот рис по 39 рублей, две пачки там последние были, я забрала. Также ватные палочки у нас закончились дома. Ватные диски тоже взяла. Подождите, дайте я достану капусту. Ватные диски. Наконец-то. Меня дети замучили с этими ватными дисками. Еще один вилочек капусты. Так, дальше здесь у меня что идет? У нас своя морковка закончилась, поэтому я уже купила нынче. А
Также еще одна пачка риса. Две пачки, говорила же, последние забрала. Лук крупный. Мы всегда покупаем крупный, потому что... И две курицы по 143 рубля за килограмм. Взяла две. Но Новый год будем запекать в духовке. Прям вот так вот целиком две курицы. Мы всегда так делаем, и нам очень нравится. Вот такие вот все покупки были. Все. Все. А вы что, ждали большего? Нет. Все, ребят, все покупки. Всем хорошего вечера. Дорогие друзья, у нас вечер. И который мы купили гирлянды. Мы их повесили. Мариночка, тебе нравятся гирлянды? Ой, потухли. Они сами горят, видишь как? Они, конечно, небольшие, но в целом нормально. Нам нравится. Напишите, как вам. Ваня, не трогаем. Ваня, не трогаем, я сказала. Да. Дорогие друзья, у нас Машенька пришла уже с елки. Маша, что там было? Расскажи немножко. Там был... Там Дед Мороз ехал в Африку. И Нюха, Мышки и Бык пытались... Ну, ну что вы пытались? Пытались... Спасти? Ну, чтобы он приехал. А, звали, короче, Дед Мороза. Все понятно. По какому поводу тебя туда приглашали? То, что сделали тигры. Да, то, что мама делала тигров, поделку, Маша уносила на выставку и получила вот такой вот приз. Ну, это там всем, да, Маша, давали, кто кого пригласили. Это каждый год, кто делает символ года, тот получает подарочки. И Маша получила. И тут ребятки уже сели. Все ждут. Давай, Маша, открываем. Высыпай. Будем смотреть, что внутри. Тихо-тихо-тихо, тихонько. Мама. Марин, подожди, я покажу сначала все. Шоколадка, мармеладки, еще шоколадки, вафельки. А это что такое? Ой. Для любителей? Ну, это не... А, печеньки, да, печеньки. Конфетки тут разные. Ну, в принципе, классный кулек. За поделку получили. Похоже. Да. Ну, берите конфетки. Мама, да. Мама. Да-да-да. А Твикса тут нету, да? О, тут вот такая вот есть вафелька тоже. А это что? Тоже фраз. Мама, конфетки. Это конфетка. Мама. Это все конфетки. Новая конфетка такая. Мама. Ну вот, видишь. Маша думает, мама, чтобы ей взять. Да, Маша? Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А детки пусть кушают сладости. Всем добрый вечер. Ребят, мы все болеем. Ну, сейчас мне позвонили, сказали, что будет доставочка на дом. Я заказала комбикорм, макароны и всякое такое. И вот у меня машина как раз приехала. Мы идем за доставкой. Вон машина приехала. Все, идем забирать. Так, все, мне доставку сделали. Вот получилось на 132. Тут получается комбикорм 3 мешка, спагетти 5 килограмм и мука 10 пачек. Все, привезли. У нас ребята вообще все болеют. Спагетти, вот считайте, мука я беру в пачках по 2 килограмма. Тут 10 пачек 760 рублей, спагетти 212 и комбикорм 3 мешка. Вот такие вот все покупки. Так что вот такие вот дела. Маша у меня ушла в клуб. Она сегодня выступает. Маша и не болеет. Маша и Катя не болеют. У них все хорошо. Я тоже похолодею, скоро слягу. Ну ничего, мы крепкие, мы справимся. Ладно, всем хорошего дня и хорошего вечера. У нас уже, кстати, вечер.